3 июня в Болгарии в городе Пловдив впервые прошли европейские мультиигры по тхэквондо. По задумке организаторов, в программу соревнований вошли сразу несколько возрастных категорий – взрослые, молодежь, юниоры и кадеты. Все призеры турнира получили лицензию на первенство Европы по тхэквондо. Участниками соревнований стали и воспитанники Хасыртовской школы тхэквондо Таймасханов Махмат и Сатиханов Махмуд. Оба спортсмена стали бронзовыми призерами и завоевали путевки на первенство Европы, которые пройдут в конце текущего года в Греции и в Польше. Бронзовую награду Таймасханов Махмат выиграл у представителя Хорватии, а Сатиханов Махмуд у украинца. 12 июня в аэропорту города Грозный состоялась долгожданная встреча победителей с одноклубниками, тренерами и родными. Соревнования прошли довольно-таки неплохо для нашей команды, несмотря на все трудности, которые у нас в дороге. Постигли по воле Всевышнего, да, мы неплохо выступили. Нам, конечно, очень приятно вот так встречать наших ребят с международного турнира, где они очень удачно выступили, завоевали путевки на первенство Европы. А юноша, вот лично вот, наши воспитанники, Таймасханов Махмат, Сатиханов Махмат завоевали. Через Срутнас туда доехали, мы еще доехали. Третий месяц отобрался на Европу. Уже по прибытию домой в спортивном комплексе имени Гамида Гамидова состоялась встреча призеров с руководством комплекса. Был проведен семинар-диалог. Ребята поделились впечатлениями, эмоциями и выразили благодарность за возможность выступать на соревнованиях такого масштаба. 3-4 года, как открылось отделение тхэквондо, но вряд ли хоть один вид спорта так быстро развивался у нас в городе. Вот посмотрите, за 3-4 года у вас воспитанники уже попали на первенство Европы. Это, конечно, большое достижение. И надо отдать должное и руководству школы, и родителям, которые постоянно, вот только отделение тхэквондо, вот так родители болеют за детей. И видите, результат какой. Благодаря им вот школа, настолько это идет вперед, настолько развивается, не только чемпионы, вы сами видите, в Махачкале учат на последних соревнованиях в Буйнакске, 8 человек у вас заняло первое место, еще столько вторых мест, Нальчике сколько вы выигрываете, опять Каспийский, в Санкт-Петербурге выиграли. Посмотрите, таких успехов за 2-3 года ни один вид спорта не достигает. И спасибо, конечно, тренерам, которые вас воспитывают, и вам самим, если без вашего трудолюбия, без вашей работы, конечно, никто ничего не может достичь успеха. Но сегодня видно, что, посмотрите, 10-12 лет уже человек попал на Европу, и посмотрите, какое достижение. Спасибо руководству школы, которые тренируются, это ребята, и огромное баркала тебе, тренеру, за то, что воспитываешь молодежь. Я сам работал долгое время тренером, я знаю, какой труд. Это мне сегодня тоже очень приятно, что мой племянник
попал на первенство Европы. Спасибо за то, что пригласили. Дай Аллах, чтобы они выиграли Олимпийские игры, аминь, чемпионат мира и так порадовали нас и снова собрались. Спасибо, что пришли. Спасибо. Подготовка не прошла понапрасну, говорят спортсмены. На данный момент призеры на восстановительном периоде. Уже в августе начнется усердная подготовка к предстоящему первенству Европы. Стоит отметить, что в подготовке большую роль сыграли тренера Сулейман Ахмедов и Шамиль Мухиев. Эти люди внесли огромный вклад в развитие тэквондо в Хасавюрте. И именно благодаря им тэквондисты завоевывают высокие результаты в данном виде спорта. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».Две проверки документов, например, играли Акбар Магазин, у него документы все нормально и переселительство. Но здесь тоже дальнейшем тоже посмотрим дальше. Первый ряд, который мы пришли, но дальнейшем посмотрим, у них есть документы следствия. При явлении просрочен товар у нас есть специальные акты, мы напишем акт и направляем в соответствующие органы. Они будут решать этот вопрос. Советую гражданам, кто торгует
продукты, чтобы они не продавали, в дальнейшем за это люди страдают, за это люди болеют, за это люди мучают. Они не продавали, потому что человек постоянно, что смотрели, когда они торгуются, постоянно. Некоторые появились хорошие товары до Байрама, и поэтому были, посмотрели сейчас, и после Байрама тоже вышли проверки по жителям, жалобы. Там начальник управления торговой администрации городской, и дальше сейчас говорит из Воротилы также. Поэтому вот в данный момент мы находимся в Гарантрине. У них 4 раза в дне шоколадные плитки нашли, выделили, поэтому изымали и составили протокол нарушения на месте. И юридических документов сюда отсутствует, так как здесь мы сейчас находимся, но действительно половина почти закрыта здесь. Вот первый попавший посмотрели. Итак, в магазине мы проверяем и будем проверять. В магазине тоже человек проверял нормально. Наши товары документы и также прошедший товар отсутствует. Не было. Ну, сейчас даже рынок рейтинг, то есть походу проверим. В дальнейшем будем каждую неделю вот так ходить или каждый месяц проверять. Потому что в Байраму очень много прошедших товаров будет находиться в разных местах.